Назад к истокам. В Славянске хотят переименовать Центральную площадь. С такой инициативой выступил один из депутатов горсовета. Сейчас это площадь Революции. Такое название она получила после смерти Ленина, а до этого это была Соборная. Уже состоялось первое заседание комиссии по возвращению первоначального имени. По этому поводу хотят поинтересоваться и мнением горожан. Какой-то социальный опрос, может быть, какое-то такое более широкое обсуждение, потому что я думаю, что как найдутся у нас и сторонники переименования площади в Соборную, так найдутся, конечно, и ярые противники. С учетом вот того, что у нас так как бы исторический и туристический уклон, да, развития экономики города в будущем, то, конечно, очень интересно возвращение вот этих каких-то старых традиций, которые были. Это нормально. С одной стороны. С другой стороны, площадь Революции – это тоже уже история.